Загадочная смерть 92-летнего петербуржца. В частном секторе в Выборгском районе нашли тело пенсионера. Рядом лежал пистолет, оружие без номеров, похоже на самодельное. Пожилого мужчину обнаружили родственники. Он жил в скромном деревянном доме в Коломягах. Участок стандартный, 6 соток. Земля в этом районе стоит дорого. На соседней улице цена на коттедже достигает 250 миллиарда рублей. Следователи ведут проверку.